Всем привет, с вами канал Art Money. Сегодня у нас с вами обзор на вот такой вот из перекрестка, кстати, рассольник. Вот смотрите, рассольник 300 грамм, это порция стандартная в тарелочке. Здесь вот состав, сейчас посмотрим с вами внимательно, я приближу. Вот, я думаю, всем видно, если кому-то не видно, можете нажать стоп и посмотреть. 300 грамм, 90 рублей стоит перекресток. Мне кажется, это даже выйдет подешевле, чем если вы будете его готовить сами, потому что для него купить надо. Ого-го-го-го, сколько. Ну, сейчас мы с вами его попробуем. О, кстати, он хорошо открывается. Возможно, что даже он и мог пролиться, да? Вполне возможно. Оба. О, целая порция. Ну, я так и думала. Ароматно пахнет, обалденно прям. Пахнет бесподобно. Целая порция, стандартная тарелка, 300 грамм. Мне кажется, даже, наверное, выйдет гораздо дешевле. Ну, сейчас разогреем и попробуем. Так, ну вот, смотрите, он у меня разогрелся. Здесь я вижу, кстати, перловку сразу увидела, морковку, картошку, какие-то вот, видимо, вот это, ну, мясо, видимо, по-моему, с курицей, может быть. Огурец соленый я вижу, красного цвета все это. Ну, единственное, я не вижу маслины или оливки, я их всегда добавляю. Да, курочка вон тут есть. Соленый огурец. Зеленушка, по-моему, даже еще. Не знаю, может, конечно, они не добавляют, но, в принципе, можно, если есть, то добавить самим. Сейчас мы будем пробовать, вкусно это или нет. Мне кажется, это должно быть вкусно все-таки, как в столовой, наверное. Все нежное, мягкое, ароматное. Вкус рассольника, ну, знаете, чуть-чуть присутствует. Все-таки как-то, ну, мы дома привыкли делать там, ух, прям такое, это огурцов соленых добавлять побольше, даже рассол от соленых огурцов я туда добавляю. Ну, дома он вкуснее. Ну, в принципе, больше похож он на щи, наверное, с соленым огурцом. Ну, как бывает, иногда дома делаешь, да? Перловку вот я делаю, да, соленый огурец, тут чуть подобное, на рассольник, ну, не хватает, наверное, какой-то вот солисти, этой вот более солености. Ну, сейчас попробуем, еще раз пробуем, может, что-нибудь еще скажу. Ну, такой, да, на рассольник совершенно не похоже, не хватает солисти, больше похоже на какие-то щи с соленым огурцом, ну, просто какие-то щи. Не знаю, но дома как-то вот рассольник, прям, ну, рассольник, вот реально вкусный. Дома делаешь, да, в столовой, я помню, ела там, ну, реально прям вот он. Рассольник, соленый, все прям бесподобный. Здесь вот, ну, не знаю, может быть, я не понимаю разницы рассольник и солянка. Ну, по-моему, они не очень сильно отличаются, насколько я знаю. Ну, напишите свои комментарии, чем отличается рассольник от солянки. Наверное, солянка, может, более там вот добавляется больше, она более соленая, а рассольник, может быть, таким и должен быть. Не знаю, там были еще щи с курицей, а по цвету сверху они были одинаковые, похожие. Вот. Сначала думала взять, и думаю, нет, что-то мне, думаю, так соляночки захотелось, а тут смотрю, ба, написано. Я уже по названию, наверное, уже перепуталась. Солянка, рассольник. Ну, блин, короче, мне не очень понравилось. Еще какой-то есть здесь непонятный вкус. Не знаю, ну просто непонятный какой-то вкус. Такого вкуса, не знаю, я нигде не чувствовала. Ни в столовой, ни в кафешках, ни дома. Что-то такое непонятное. Вот. Напишите свои комментарии. Кому кто пробовал, кому как. Ну, не знаю, мне кажется, если в каждом перекрестке, то готовят, наверное, если они там сами, конечно, готовят. Скорее всего, может, привозят. Все-таки по-разному. Ну, короче, вот такой вот у нас с вами был сегодня обзор. Я надеюсь, то, что вам очень безумно понравилось. Надеюсь на это. Поэтому поставьте обязательно лайки, напишите комментарии, обязательно подпишитесь. И с вами был канал Art Money. Всем пока-пока.